Теперь стоимость проезда и провоза багажа составит 30 рублей. Напомним, в 2021 году транспортники обратились в администрацию города с заявкой об увеличении проездного тарифа до 35 рублей. Объяснили такую стоимость повышением цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запасные части. Но администрация приняла решение частично удовлетворить эту просьбу, проанализировав расчеты стоимости и социальное значение нового тарифа. Повышение коснется всех видов общественного транспорта. Цена билета станет одинаковой как для автобусов, так и для троллейбусов.